Многочисленная толпа бегущих на 10-21 километр растянулась от Соборной площади, центральных улиц до одной из главных достопримечательностей – набережной. Уникальная по своему маршруту и рельефу трасса привлекла внимание как профессиональных бегунов, так и активных любителей спорта. Среди них оказались и представители бегового сообщества «Уралхим Ран Фэктори». Дистанция 10 километров, она очень комфортная, поэтому я начинаю сезон именно с этой дистанции беговой. Мне очень приятно, я получаю удовольствие от процесса и наслаждаюсь красивым видом города Пермь. В этот раз «Уралкалий», филиал «Азот» и «Пермские минеральные удобрения» зарегистрировали для участия большую группу спортсменов, около 60 человек. Многие из них бегают много и часто, но на этих соревнованиях впервые. И так для себя набегаю километры по Соликамскому бездорожью. В целом, секрет прост, для того, чтобы бегать, нужно бегать. Участники отметили, что поддерживают физическую форму не только в летний период, но и в течение всего года. Для этого большинство состоит как в беговом сообществе «Уралхим Ран Фэктори», так и в лыжном «Ски Фэктори». Результаты бегуны видят уже после одного года занятий. Всегда бегала помаленьку, но именно заниматься с тренером я начала, год у меня уже будет в сентябре, как я с ним тренируюсь. В том году я участвовала в нем первый раз, бежала дистанцию 5 километров. В своей категории заняла первое место возрастное. Выходной день порадовал теплой солнечной погодой не только бегунов, но и пришедших на соревнования зрителей. На забег РФ приходили семьями с детьми. В этом году в Перми на забег РФ зарегистрировалось 5500 человек из 27 регионов Российской Федерации. Кроме самого спортивного зрелища, а это состязание на 5, 10 и 21 километр, а также эстафеты, были еще вот такие интерактивные зоны, где могли сфотографироваться не только участники события, но и просто болельщики. Уже во время подведения итогов стало известно, что представитель филиала «Пермские минеральные удобрения» Светлана Проснева стала победителем своей возрастной категории на дистанции 21 километр. В ближайшие дни станет известно, какой город страны стал самым массовым на забеге РФ. 4, 3, 2, 1!